Здравствуйте, меня зовут Олеся Фоминых. Я клинический психолог, гипнолог и телеведущая. Это четвертое занятие вводного курса гипноза, который я решила сделать доступным для всех. Прошлое занятие было посвящено теме гипнабельности, как склонности субъекта невольно впадать в состояние транса. Это свойство человека обусловлено наличием у него какого-либо психотравмирующего опыта. В трансовом состоянии этот опыт буквально оживает. Это автоматически приводит к тому, что человек начинает испытывать яркие эмоции и телесные ощущения. Ключевые слова здесь – невольно и автоматически. Его мышление при этом искажается, сужается и по мере усиления эмоций отключается. Подробнее об этом смотрите в предыдущем видео, ссылка на него есть в описании. Так или иначе, у любого человека существует неразрывная связь между образами, эмоциями и телесными ощущениями. Связь между психикой и телом. По факту, наша психика, наше тело – это единая система. Все части этой системы связаны и оказывают влияние друг на друга. Именно поэтому при помощи гипнотического внушения мы можем воздействовать не только на мысли и поступки человека, но и на его чувства в целом. И даже на здоровье. Так происходит по той причине, что мысли человека отражаются в его ощущениях, а телесные ощущения всегда реализуются в виде действий и поступков. Связь, о которой я говорю, получила название «идеодинамический феномен». Сейчас я покажу вам основные виды этого феномена. Идеомоторный феномен – это реализация мыслей или образов движения. Сейчас твоя задача – смотри на него сейчас, концентрируй все свое внимание, весь свой взор, да, полная концентрация внимания на этом маятнике. Угу. Руку держишь ровно. Угу. И сейчас подумай о круге, туда смотришь, только туда. Все свое внимание только в этот маятник. Угу. Подумай о круге, просто подумай. Угу. Угу, хорошо. Вот это вот как раз магический процесс, про который мы говорили, да? Маятник, он передает твои образы. Смотри только на маятник сейчас, смотришь только в эту сторону. Стоит человеку подумать о круге или вообразить себе образ круга, как маятник в его руках начинает непроизвольно двигаться по кругу. Или вот еще. Чувствуешь, как голова становится еще легче, еще свободнее. Ощущение легкости во всем теле. И в какой-то момент ты почувствуешь здесь и сейчас, что твое тело начинает вперед тянуть. Твое тело тянет вперед, тянет, тянет. Оно само начинает тянуться вперед. Ты просто отпускаешь весь контроль. Тело тянет вперед. Хорошо, делаешь вдох. Идеоаффективный, а также идеосенсорный феномен, например, когда мои слова оказывают приятное воздействие на ваши ощущения. Хорошо. И сейчас сделай вдох. Выдох. Еще один глубокий вдох. И на выдохе глазки закрываются. Угу. Делаешь еще один медленный глубокий вдох. Медленный глубокий выдох. Угу. И сейчас, да, хорошо, ты почувствуешь, как твое тело начинает приятно расслабляться. И ты направляешь свое внимание в область своих век. Угу. И понаблюдай за тем, как твои веки начинают максимально глубоко тяжелеть. Угу. И по мере того, как твои веки тяжелеют, угу, ощущения в теле начинают пропадать и растворяться. Да. И сейчас я буду производить счет от 1 до 10. И когда я произнесу цифру 10, ты полностью погрузишься в приятное, комфортное состояние расслабления. И приятные ощущения полностью захватят твой разум, твое тело. Угу. Но при этом в какой-то момент полностью исчезнут. И сейчас цифра 1.
И в данный момент направь все свое внимание в область своей макушки. Да, и вот эта волна расслабления начинает от макушки головы, опускается ниже, 2. И сейчас она опускается в область твоего лба. И каждая морщинка на твоем лбу, каждое ощущение, каждая микромышца полностью глубоко расслабляется. Угу. Пока вы находились в состоянии расслабления, слушая мой голос, ваши мысли были только о приятном, а, возможно, мои слова стали вашими мыслями. Это идеокогнитивный феномен. Итак, мы с вами только что выяснили, что идеодинамические феномены – это нормальное свойство психики здорового человека. Однако реализация идеодинамического феномена не всегда говорит нам о высокой гипнабельности нашего клиента. Многие путают простую идеодинамику с гипнозом и даже выдают ее за настоящий гипноз. Те, кто так делает, или намеренно вас обманывают, или действительно не понимают, что происходит. Идеодинамика – это не всегда гипноз. Вам, мой дорогой зритель, важно научиться отличать одно от другого. Поэтому сейчас мы разберем несколько вариантов в порядке увеличения гипнабельности. Вариант первый. Человек готов к сотрудничеству сознательно и позволяет себе чувствовать то, что вы ему говорите. Вспомните наш пример с расслаблением. Как вам было легко и приятно. Такое сотрудничество, особенно в самом начале, представляет собой волевой акт, направленный на получение приятного, желанного опыта. Но потом, когда ощущения человека, а также внушенные вами мысли подсказывают ему, что все хорошо, что можно отпустить контроль и позволить всему происходить, наступает самая первая, начальная стадия гипноза. Запомните, что гипноз – это всегда отпускание или потеря контроля. Вариант номер 2. Посмотрите сначала пример. И сейчас, да, тот вопрос, который ты задала, постепенно веки тяжелеют все больше и больше. Угу. И в какой-то момент они сами начинают, да, опускаться вниз. Угу. За счет усталости. Да, утяжеление. Угу. И тот самый вопрос, он начнет проявляться в виде ответа в момент, когда ты полностью погрузишься, да, в свое глубокое приятное состояние. Угу. Веки тяжелеют все больше и больше. Да, и как только захочется их полностью закрыть, они закроются сами. Хорошо. Ты веки полностью закрываются. Угу. Хорошо. В этот момент ты еще больше и глубже погружаешься. Да, в это состояние приятной бездны. Угу. Здесь внушение попало человеку в его картину мира. Гипнотик допускает, что то, что я говорю, может происходить само по себе, как свершившийся факт и без участия его воли. То есть идея о потере контроля уже является предварительно внушенной. Так происходит, например, если человек верит в ваши магические, гипнотические или иные способности. Вера в потусторонние силы открывает прямую дорогу в гипноз. Отличие от первого примера состоит в том, что там человек позволяет себе отпустить контроль, потому что это приятно. А здесь контроль уже потерян. Хотя по факту здесь та же самая первая стадия гипноза, только более глубокий ее вариант. Вариант номер 3. Внушение реализуется вопреки воле гипнотизируемого. Он уже и не может мне противостоять, и все, что ему остается, это смириться. Смириться с тем, что он уже себя не контролирует. Полное напряжение в руках, полное напряжение. Максимально напряжение, настолько, насколько возможно, напрягаешь руки. Все внимание на руках, вся сила, вся мощь в руках. Молодец. Еще сильнее, еще сильнее. Сейчас твой голос перетекает ко мне в руку. Твой голос перетекает ко мне в руку. И когда ты откроешь глаза, ты увидишь свой голос в моей руке.
Когда ты откроешь глаза, ты увидишь свой голос в моей руке и не сможешь ничего говорить. На какое-то время твой голос в моей руке. Открыл глаза. Как тебя зовут? Пытаешься говорить, не получается. Чем больше пытаешься, тем хуже получается. Еще сильнее напрягаются руки. Пытаешься что-то сказать, не получается. Пытаешься. Делаешь вдох. Обратите внимание на момент капитуляции. Здесь начинается вторая стадия гипноза. И, наконец, самый сладкий, четвертый вариант. Внушение действует подобно постгипнотическому, а значит, не только помимо воли, а еще и неосознанно. Я не знаю, чего нет. Как здесь оказалась? Что ты здесь делаешь, если здесь врачи вокруг? Я открыла глаза и оказалась здесь. А как это возможно? Может быть, ты телепортацией занимаешься? Нет. Почему? Ну а как? Представляешь, ты открыла глаза, оказалась в другом совершенно месте. А что за место? Палата. Номер 9? Я не знаю номер. У нас нет номера. Спорно. Закрой глаза. Сейчас закрыла глаза. Угу. И сейчас тебе приходит какая-то цифра. Угу. Возможно, та, которая была недавно с тобой произнесена. Угу. И эта цифра для тебя что-то в этой жизни значит. Угу. И когда ты произнесешь эту цифру, вслух здесь и сейчас, по моей команде, тебе станет смешно-смешно. Ты будешь смеяться до истерики. Открыла глаза. Как ощущения? Хорошие. Ну, ты где находишься? Ну... Все-таки, может, ты телепортируешься? Может, ты обладаешь что-то такое? Я, может, обладаю. Я вообще уже во все поверила. Где ты находишься? Я в палате нахожусь. Номер какая палата? 13. 13? Да. Как тебе номер 13? Только что вы наблюдали пример психического автоматизма. Мне удалось отделить от человека часть его личности и заставить ее автоматически выполнять внушенную мной команду. Сам человек может об этом даже не догадываться. Или не понимать, что с ним происходит. Психический автоматизм и диссоциация – это основное явление, на котором строится гипноз. Во время индивидуального обучения я даю моим ученикам очень глубокое понимание этих явлений, а также учу их использовать как в работе с клиентами, так и во время повседневного общения. Ведь гипноз может выглядеть по-разному, и в моей практике он часто происходит совершенно незаметно для того, на кого он направлен. С вами была Олеся Фоминых, клинический психолог, гипнотизер и телеведущая. До скорой встречи!